учился Ли Хонг Тай. Я мастер боевых искусств Ли Хонг Тай. Проходил учение в возрасте с 8 до 28 лет на горе Фушон в Китае. В Минске я уже третий раз. У здешних учеников очень высокий уровень. Они все свободомыслящие и талантливые. Я бы сказал, что по сравнению с учениками из Австралии, Канады и Америки, ученики в Минске одни из самых старательных. Школа Хонгдя – это направление кунг-фу, основанное на даосских принципах. В нем практикуется внутренняя работа и цигун, позволяющая обычному человеку развить физическую и ментальную силу и укрепить здоровье. На этом семинаре я преподаю для своих учеников, которые занимаются у меня уже более 10 лет. Я объясняю, как управлять внутренней энергией, как концентрировать силу, проводить ее по телу, избегая заторов. Это помогает людям жить более свободно, в гармонии с окружающей средой. Эта школа очень активно развивается во всем мире, и я последний живой наставник. Поэтому я очень рад, что у меня есть возможность передать свои знания ученикам здесь, в Минске, чтобы они могли укреплять здоровье и избавляться от болезней методами внутренней работы. Когда меня не станет, эти люди будут продолжать развитие школы. На этом семинаре присутствуют как совсем еще юные ученики этой школы, так уже и люди в довольно... Ну, в таком возрасте приличном, можно так сказать, но они хотят себя хорошо чувствовать, и поэтому они приходят получить то настоящее, которое есть в каждом человеке. Я занимался раньше и карате кёкушинкай, и рукопашным боем профессионально, поэтому у меня есть чем сравнивать. Но я не бросаю эту школу, потому что действительно там только внешняя сторона, и она приносит больше травм и разочарования, потому что всех победить невозможно. Прежде всего нужно побеждать себя, свои слабости, свой внутренний мир раскрывать. Поэтому тогда, когда твой мир открыт, ты любишь всех людей. И мастеру большое спасибо, потому что он сильно любит всех людей во всем мире. Основное в этой школе, которое отличает, поскольку я слышал ваш предыдущий вопрос, от иных, скажем, школ единоборств, это реально внутренний стиль кунг-фу. Я много читал и слышал об этом, но я не встречал реального носителя этого стиля. А самое главное для внутреннего стиля, как и для иных подобных практик, это фигура и роль мастера. Семинары – это базовые моменты, где даются ключи к пониманию. И каждый из нас от семинара к семинару развивает это. И потом идет следующий уровень. Форма может быть одна и та же, но подходы к ней разные. Это не значит, что, как говорит гранд-мастер Ли Хонг Тай, что Хонзай – он номер один. Нет, конечно, могут быть и есть они что-то другое, но вот это так, он реальный носитель стиля 16 века.